So the conversation that you're about to watch is between me and my Russian tutor. I asked her permission to upload the content, and I showed her the content to approve it before making it public. Но у моей сестры я знаю, что у них на территории были общежития, но их было мало тоже, я так понимаю, и поэтому они жили еще в домах. Но это было очень странно, потому что моя сестра, они жили в доме, но это чуть-чуть странно для меня, потому что, ну, у нас никогда нет в общежитии домов. Ну, то есть ты никогда не увидишь ни в Беларуси, ни в России, чтобы люди жили в доме, ну, в общежитии. Это Ясно. очень странная Ей ситуация. понравилось? Ты знаешь, это был очень трудный период для нее, потому что, ну, вообще, представляешь, ей было 18 лет, и она уехала. Она сначала, нет, больше, ей было 20. У моей сестры просто интересная история. Она с 14 лет она решила, что она хочет жить в Америке. Да, если ты помнишь, я рассказывала тебе, что когда мы были маленькие, у нас была вот эта вот программа, когда помощь Чернобылю, и мы жили, я жила в Детройте, она жила вот как раз в Южной Каролине, где она живет сейчас. И когда я летала в Америку, мне никогда не нравилась Америка вообще. Я не хотела туда лететь. Каждый раз, когда я летела туда, я плакала. То есть я говорила: «Мама, я не хочу лететь туда, пожалуйста, можно я не полечу?» Мои родители говорили: «Нет, ты полетишь». Ну, потому что они хотели, чтобы я выучила английский. И на самом деле Ясно. сейчас я понимаю, что это было правильное решение, потому что, ну, сейчас я хорошо знаю английский, и мое знание английского сейчас мне очень сильно помогает в жизни. То есть, ну, правда. Ну, классно. Да, то есть, но мне никогда не нравилась Америка, вот правда. Я никогда не хотела. А моя сестра, она, ну, во-первых, она была старше, чем я. У нас 6 лет разницы. И, во-вторых, ей нравилось. То есть она прям чувствовала себя комфортно. Хотя интересный факт, что в семье, где жила она, ее семья была намного, как бы, нельзя сказать хуже, но моя семья была очень богатая. То есть, чтобы ты понимал, они покупали мне там Nintendo, iPhone, мы ездили в Класс. Орландо, во Флориду. Я просто, ну, у меня было очень много новой одежды, я ходила на классные концерты, то есть, ну, у них было много денег. И у моей сестры такого не было, ей так не покупали, как мне. Вот, и поэтому, хотя, ну, ей нравилось, а мне нет. Это Очень смешно. странно, да. Да, это смешная просто ситуация. И моя сестра поступила в университет в Минске, в самый главный экономический университет в Беларуси, очень такой серьезный университет, было трудно поступить туда. Она поступила и даже тоже поступила на бюджет, то есть это очень трудно. И она училась там 1,5 года. Потом она полетела в Америку, ей было 18 лет или 19, потому что она общалась с этой семьей, она туда полетела опять. И когда она прилетела, я помню, ты знаешь, этот день очень хорошо, она прилетела, она вот так вот села на кухне и начала плакать. Вот так вот, знаешь, и просто начала Она плакать. плакала? Она прилетела из Америки в Беларусь, и А, она вот так вот кухне и начала понял. плакать. И тогда моя мама спрашивает: «Почему ты плачешь?» И она говорит: «Я не хочу жить тут, я не хотела улетать из Америки, Вау. мне очень комфортно в Америке, я хочу жить там». Я помню, она плакала всю ночь, и тогда моя мама сказала: «Напиши твоей семье, в которую ты ездила, что ты очень хочешь жить там». Моя мама сказала ей, и она сказала: «Ну ладно, я напишу». Она пишет сообщение семье, в которую она ездила, как там: «Добрый вечер, мне так хочется жить там». Ну, она написала большое сообщение, что она Ну чувствует. да. И представляешь, эта семья говорит: «Окей, давай, мы заплатим твой университет, за твой университет прилетай». Вау, это круто. Да, и моя сестра бросает университет в Минске. Училась там почти 2 года. Она бросила этот университет, ей пришлось сдать экзамен, который называется IELTS, если ты знаешь. Да, знаю.
Вот, она начинает готовиться к экзамену IELTS, а он же очень трудный. Понял. И ей нужно было набрать минимум 7 баллов из 10. Это очень трудно. И ей нужно было сделать это, и осталось до экзамена 4 месяца. Вау. И все репетиторы говорили, это нереально. Это нереально. 4 месяца, 7, нет, нереально. И нашли одного только человека, который сказал, ладно, давай попробуем. И что ты думаешь? А нет, я тебе вру, нужно было 6,5. 6,5. Ясно. Моя сестра очень много готовилась, работала, чтобы сдать IELTS. Она поехала в Киев, потому что в Киеве сдавали IELTS. Она поехала в Киев. Это был, знаешь, какой год? Это был год, когда была Крым. Помнишь Крым, Майдан? Ну да. 2014 год. Это было, потому что мы были в Киеве. Это было через... Как мы сдавали, она сдавала экзамен, и через неделю начался Майдан. Я это точно помню. И мы уехали из Киева. Вот, и она сдает этот экзамен в 2014 году, 10 лет назад. И потом у нее результат 7. Вау, Представляешь? И все, классно. моя сестра поступает в университет, они платят, она улетает. Это получается, значит, да, наверное, да, это был осенью Майдан, если я правильно помню. Если я помню, то Майдан был в октябре или нет, я не помню уже. Но мне кажется, осенью. И вот моя сестра, ей 19 лет, или 20, я не помню. Ясно. 19, 19. И она улетает в Америку, то есть она просто 2 года университета. Ну, ей понятное дело, что ничего не было. Она просто бросила университет тут, улетает в Америку, и вот ей 19 лет, она в Америке. И, конечно, ей было очень трудно, потому что, хотя у нее там была семья, у нее уже было там много друзей, у нее там... Потом она начинает общаться с ее мужем. Она сейчас же замужем за американцем. И тоже интересная история. Она начала общаться с американцем. И, ну, а они познакомились, когда ей было 14 лет. То есть она знает ее мужа с 14 лет. Но О, они не вау. были парой. Они просто были друзьями. И когда моя сестра переехала туда, чтобы учиться в университет, ее муж пришел к ней и сказал, Маша, мою сестру зовут Маша, он сказал, Маша, ты мне очень нравишься, очень давно, и я хочу встречаться с тобой. Это мило. Это очень мило. И интересно то, что моей сестре он тоже нравился, да. То есть это было взаимно. И тогда семья, которая платила за университет моей сестры, она сказала, нет, Маша, ты не можешь встречаться ни с кем, потому что ты очень маленькая. Представляешь? Ясно. То есть ее семья запретила ей встречаться с ее мужем. Они сказали, тебе нельзя. И у моей сестры был очень сильный стресс, потому что ей было очень трудно. Ну, ты представляешь, там мама, папа, я, все очень далеко. И ее муж, это был единственный ее тогда очень близкий друг. А у меня сестра, она как бы... Она экстраверт, но она не такая, как я. Мне очень легко заводить друзей, быть общительной. Моей сестре очень трудно это вот, знаешь, на самом деле реально заводить друзей. Моей сестре очень трудно. И представляешь, единственный человек, который был близкий для моей сестры, они сказали, тебе нельзя с ним общаться, потому что ты очень маленькая. А моей сестре было 19 лет или 20, Ага, то есть, ну, не это 15. смешно. Да, но дело в том, что моя сестра не могла ничего делать, потому что, ну, они платили за ее университет. То есть Ясно. у нее не было выбора, потому что, как бы, ну, знаешь, как они заплатили. Ты знаешь, сколько стоит университет в Америке? Это Ну очень да. дорого. Вот, и поэтому, ну, моей сестры не было никакого выбора. И вот у нее случилась тогда анорексия, очень сильная депрессия. Ого. Она пила антидепрессанты, потому что это очень сильный стресс. Ну, ты представляешь, ты просто изменяешь страну, меняешь жизнь, и у тебя Ну есть да. человек, который тебе помогает, и тебе говорят, нет, ты не можешь общаться с этим человеком.
Вот, и да, но потом через 2 года, я думаю, они сказали, что все, тебе там 20, не помню, сколько и было, 22, может быть, 21, они сказали, все, теперь ты можешь с ним встречаться. А, да, 21, 21 ей исполнилось, и они сказали, ты можешь с ним теперь встречаться. Они начали встречаться, и потом через год он сделал ей предложение, и потом в 23, когда они, а он младше ее, то есть ему он на 2 года младше моей сестры. То есть, Ясно. когда он сделал ей предложение, они поженились, когда моя сестра закончила университет, ей было 23, ему было 21, и они поженились сразу после университета. И мы летали с родителями на их свадьбу. У них был как конец университета и свадьба вместе. Это мило. Классная история. Да, это классная, на самом деле, очень классная история, Да. потому что ну, у них, в принципе, как они, знаешь, друг у друга первые серьезные отношения. И я, кстати, думаю, что муж моей сестры никогда ни с кем даже не целовался, кроме моей сестры. Представляешь? Тоже мило. Реально. Это очень мило. Ну, то есть, Да. не знаю. Классная история, можно снимать фильм на самом деле. Ну да, точно. Я буду с... я смотрел бы и этот фильм. Но это очень классный фильм, был бы фильм, я думаю, потому что он такой, ну, знаешь, мне кажется, сейчас в мире есть такая проблема, люди чуть-чуть обесценивают отношения, и люди чуть-чуть обесценивают других людей и любовь. Мне кажется. То есть, поэтому есть такая проблема, и мне кажется, что это было бы очень классно, если бы был такой фильм. Да. Потому что я не знаю, например, много историй, как у моей сестры. Таких вот. Да, это классно. Но тебе не Да. понравилась Америка? Да? Америка. Ну, просто когда ты жила здесь, было скучно или Знаешь, некомфортно? когда я не могу сказать, что мне не понравилась вообще Америка как страна, но я просто, я очень такой человек, я не люблю, когда у меня есть какие-то рамки, и мне очень не нравилось, что как бы каждое лето я должна была лететь в Америку. То есть, например, у меня же тоже были друзья здесь, и, например, мои друзья ездили в какой-то лагерь, они гуляли вместе, а я каждое лето, только наступает лето, и я еду в Америку. У меня была, правда, очень хорошая семья. У меня было, более того, в семье, где я жила, чтобы ты понимал, там была девушка, которой было, сейчас вспомню, она была, наверное, на 1 год старше меня. То есть у нас были как бы общие интересы, скажем так. И там был еще мальчик, который тоже был как бы, сколько ему было, ну, он был младше меня, но ну, в общем, примерно моего возраста. Вот. А вы еще Ну, общаетесь? нет, не общаемся. Ясно. Нет, не общаемся. Потому что я была очень маленькой, и я очень некрасиво себя вела. То есть я прилетала туда, и я говорила, я не хотела прилетать сюда. Я им Да, это я говорила. понимаю. Я сказала, меня заставили сюда прилететь. То Да, есть мне было заставили. настолько дискомфортно там. Они были очень хорошие. Я летала туда очень много лет подряд. И на самом деле я не понимаю, почему они всегда приглашали меня. Потому что, ну, они могли выбрать другого ребенка. Ну Легко. да. Потому что было много детей, которые хотели в Америку. Но они каждый год приглашали меня. Интересно. А Вот. То есть ты каждый год. приехала каждый год? Да, приезжала каждый год, каждое лето, да. Вау. И я не знаю, я тебе честно говорю, я не знаю, как это работает и почему они так решили делать, но почему они не отказывались и не брали другого ребенка, почему каждый год они приглашали меня. Я не знаю. Ну, для меня это очень непонятно. Я бы, наверное, знаешь, на их месте, наверное, я бы сказала бы, я хочу другого ребенка и пригласила бы кого-то другого.
Смешно. Ну, потому что, знаешь, мне кажется, это как-то даже неприятно, когда ты делаешь что-то для человека, а он как бы не хочет летать никуда. Ну, вот было так вот, да. Но было интересно, видишь, а вот мне не нравилось в Америке, не знаю, я на самом деле даже сейчас, когда я выросла, я могу тебе сказать, я была в Америке, да, много раз уже во взрослом возрасте. Я была, потому что, ну, у меня там живет сестра, и как бы сейчас такая ситуация, что она не может прилетать, то есть только если я лечу к ней. Поэтому я летаю к ней, она ко мне. И я была уже много раз, но вот честно, я ничего не чувствую там. Ясно. Это просто не твой дом. Да, вот и когда я не могу, мне не нравится жить тут. Ясно. Мне очень нравится в Киеве. Мне нравится, да. Ну, но мне нравится, например, может быть, я еще просто не нашла место, что вот, знаешь, которое прям мое, но как-то в Америке есть много вещей, которые я не понимаю. Просто я очень сильно чувствую, наверное, разницу культуры. Знаешь? Да, вот понимаю. реально, я, вот, это моя, то, что я хотела сказать. Я в Америке очень сильно чувствую, как отличается культура. То есть я прилетаю в Америку, и я чувствую, что, ну, что-то не то. Ясно. Да, я понимаю, потому что я такой человек, у меня нет культуры. Есть нет места для меня в мире. И я знаю, потому что я был в многих странах. И получается, ты нигде не чувствуешь себя комфортно. Правда, да. Да, и Ни в это одной из них. интересно, потому что, ну, я угадаю о причине, потому что я жил в Бельгии, когда я был мальчиком, а потом прилетел в США. И для меня это не мой дом. Я никогда не чувствовал, что это мой дом, и я живу здесь, потому что я жил в Бельгии, когда я был мальчиком. Но это тоже не мой дом. Да, я понимаю. Да. Очень интересно, на самом деле. Правда, очень интересно. Я просто думаю о том, что вот как интересно, да, есть люди, которые... Я, честно, всегда немножко завидовала, когда люди могли, знаешь, так легко сказать там... Вот я, вот как моя сестра, да, у нее была вот эта вот американская мечта, и она всегда могла сказать, что, о, вот с маленького возраста она знала, я хочу жить в Америке. И это так круто, знаешь, я, ну, я правда ей всегда завидовала, потому что вот, ну, я всегда думала, как она могла понять с маленького Да. возраста, что она хочет жить в Америке. Мне 22 года уже, я не понимаю, как, где я хочу жить. Я путешествовала Ясно. Уже, ну, очень. То есть, ну, реально, я была в Америке, я была очень много где в Европе. Единственное, я не была в Азии. Но я не думаю, что мне понравится в Азии. Хотя, кто знает. Но, то есть, реально, я не понимаю, где я хочу жить. А вот моя сестра, она прям, знаешь, она с детства знала, я хочу жить в Америке. И Очень это так интересно. круто. И есть реально люди, которые вот они так себя ведут. Вот. Но я был комфортно Ну, в Одессе и в Будапеште. Я любил эти города. Это эти было очень города. круто. Эти города, спасибо. А почему? Честно, я не знаю. А мне, кстати, вот знаешь, мне Будапешт вообще не понравился. Для меня Ясно. очень грязно, а, я тебе говорила. Но вот в Европе мне понравилось, наверное, если... Мне очень нравится, кстати, Вильнюс. Вильнюс? Да. Литве, да? Литве. Вильнюс — это Литва. Да, это столица Литвы. Литва. Ясно. Столица Литвы. Классно. Потому что Вильнюс — это столица Литвы, и мне очень она понравилась, потому что это как какой-то микс, как будто ты в Европе, но как будто ты в славянских традициях.
Да, интересно. То есть мне вот это понравилось. А что касается вот остальных городов в Европе, но мне честно тоже мне немножко нравится, например, Италия, Испания. Вот там тоже так, ну мне кажется, что интересно. Вот, например, вот Будапешт, Словения, Словакия, Прага, мне так себе. Вот. Ну, не знаю, ну это интересно. Просто мне кажется, что я в какой-то момент, знаешь, решила, что о, я хочу просто путешествовать много и искать. Но потом я поняла, что это совсем по-другому, когда ты путешествуешь и когда ты реально живешь. Да, я понимаю, потому что, но мое место, это в путешествии. Это в путешествии, понимаешь? Мне больше нравится жить без дома. Но у тебя же есть дом. Ну да, я знаю, но То есть потому что я не богатый. тебе нравится, когда ты не привязан ни к какому месту. Да. Я люблю жить на улице. Не на улице, но человек без дома, просто Ну, я понимаю. То в есть, когда гостинице, например, в гостиницах, в Airbnb. Это я люблю. Ну да.